Сегодня в Якутске прошел единственный концерт хора Спаса Преображенского Валаамского монастыря. Концертное турне уникального коллектива проходит в рамках 2-го Восточного экономического форума. По благословению патриарха Кирилла было принято решение провести тур по дальневосточному региону. В программе тура выступления в 17 городах, в том числе Нерюнгри, Якутск, Мирный. Хор Валаамского монастыря – уникальный творческий коллектив, созданный по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители Спаса Преображенского собора. Уникальность деятельности хора обусловлена тем, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Приветливого театра. Так как мы вот с нашим большим составом сегодня приезжаем первый раз в Якутск. Лет 5-6 назад мы приезжали в Якутск с небольшим ансамблем, но сейчас уже нам удалось привести весь хор. И в данной программе мы споем все то лучшее, что за эти годы мы смогли создать. Но, естественно, духовная музыка будет звучать, как и та, которая звучит на Валааме, но и более современная, более, скажем так, приближена к нашему времени программа духовная.